раз перезайти, чтобы посмотреть, насколько сильно изменится звук. Так что все, кто заходил до этого, повторюсь, прошу вас еще раз, как сейчас звук? Нормально, ненормально? А, пупсики? Привет всем! Привет всем из разных, кто находится в разных городках Земли. Скажите, пожалуйста, как звук? Привет, привет всем, мои хорошие. Всем. А, лучше стал? Ты только проснулся. Нет, я не только проснулся, я наоборот спать сейчас собираюсь, потому что времени-то уже на самом деле много, и пора бы уже и спать лечь. А лобное прошло. Но да, прошло. Так скажем. Друзья, хочу вам задать такой вопрос. Ну все. Здорово. Вот все спрашивают, мы с Настей вместе, мы с Настей вместе, мы с Настей вместе. Нет, ни раз сколько технику не слышал. Скажите, пожалуйста, вот все про Настю спрашивают. А как вы думаете, подходим ли мы друг к другу? Вот хочется ваше мнение узнать. У меня как бы есть свое мнение по этому поводу, но вот хотелось бы ваше мнение узнать. Ну-ка, можете сказать? Ты явно что-то скрываешь. Я не что-то скрываю, просто я не могу пока сейчас вам рассказать, что и как. Вот что у нас с Настюхой? Вот я не скажу, что у нас с Настюхой, потому что это секрет. Это секрет, и сказать раньше времени нельзя говорить. Вот, такая интрига. Очень даже подходит. Я тоже так считаю, на самом деле. Поэтому я уверен, что вы меня поддержите. А вот еще другие мнения. Тебе бы, говорит, Щеглова подошла. Конечно, нет. Стоп, а вы про какую Настю думаете? Хотел бы вернуться к Крис. Нет, не хотел бы. Подходите с Настюхой, неплохо бы смотрелись. Я тоже так думаю. Что значит лицемер? Ничего не лицемер. Всем привет. А я считаю наоборот, что мы не разные. И я считаю, что мы подойдем друг к другу. Ну а подойдем ли мы друг к другу, покажет только время. Поэтому сейчас как-то рано судить, наверное. Ты красивее, она тебе не подходит. Ну нет, она красивая девочка. А сколько дают вам в день телефон? Ну, но после 12 дают надолго. Там на пару часов. А вот. Главное, чтобы ты был счастлив. Согласен. С моего прихода многие подметили, что мы подходим. На самом деле, мы и сами это подметили, просто произошла такая ситуация, то, что Настя на остров свалила, и поэтому как-то не получилось у нас с ней пообщаться, вот чтобы вот прям пообщаться. Поэтому было такое общение на расстоянии. Это не твоя девушка по душе, я так считаю. Ну, так, в Нижний не собираюсь, в Нижнем уже был. Брянская тебе подойдет, ну или Карловская, экс-участника, еще Юлия Романова. Че, я не знаю таких никого. Все даже напрягают, что вы подходите. А, да? А как вы говорите, что мы с Настей Красноцвет классно смотримся, если мы даже еще... У нас совместной фотографии ни одной нету. Но мне кажется, будем классно смотреться. И, говорит, едь на остров. Как
думаешь о паре Ромашова и Белый? Я лично эту пару не знаю, поэтому объективно судить по ним не могу. Вот. Вас плохо слышно. Мне звонили ваши редакторы, пришли прийти, я даже сказал, даже говорить, к вам люди добровольно уже не идут. Эдис, да, о чем? Пинчук тебе подходит. А, пришлись вообще бывшие участники. Это первый момент. Во-вторых, момент, я считаю, то, что нет. Давай уже к ней на остров лица. Хорошо, Алекса 778, я прислушаюсь к твоим словам. Так что будете из одних сильнейших пар на проекте, это факт. Согласен. Кто из ведущих больше нравится? Все нравятся. Федь, познакомь с друг каким-нибудь хорошим добрым. А, знакомьтесь. Так, Пингвин Ирин самая лучшая девушка на проекте. А, каждая девушка на проекте, и девушка, и парень, а, хорош по-своему, поэтому вот так. Ой. Ладно. А, потопишь в ней юрца и будет огонь. А я считаю, знаете как, девчонки? Вот объясню, наверное, почему Настю называют юрцом, даже немножко заступиться хочется. Просто когда девушка находится без отношений одна, то она как бы отстаивает себя, потому что она такая характерная. Именно поэтому, наверное, проявляется в каких-то моментах грубость, а эта грубость выдается за юрца. А, так что она, если будет достойный мужчина рядом с ней, то никаким юрцом она не будет. А, привет, Мексика. А, не собирался ее бежать. Почему такой приглушенный звук? Я не знаю, на самом деле, почему такой приглушенный звук. А, очень странно. Привет. Всем привет. Всем привет. Ладно. Я на самом деле зашел ненадолго. Всех обнимаю, всех целую. До скорой встречи. Поэтому всем чао, бомбина. Вот. Буду заходить почаще. А что будет дальше? Вы сами все увидите, потому что вы у меня умные. Все, давайте, всех обнял.